Мирная жизнь возвращается в Газу после 5 дней перестрелок между Израилем и палестинскими боевыми формированиями. Благодаря посредничеству Египта стороны достигли соглашения о прекращении огня, что помогло остановить эскалацию насилия. В столкновениях погибли 33 человека в секторе Газа, среди них 15 мирных жителей, 2 погибших в Израиле. Следы 5-дневного конфликта жители Газа будут ощущать еще не один год. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху похвалил силы безопасности страны за безупречное исполнение операции «Щит и стрела», которая была направлена против лидеров группировки «Исламский джихад». В то время как на палестинской стороне люди опасаются, что хрупкое перемирие может быть нарушено в любой момент, на пляже в районе Ашкелона уже вернулись отдыхающие.